Всем привет! Саша, канал «Лютые туристы». Выехали с Жекой на наше любимое печенежское водохранилище. Не удержались. Были мы до этого на реке. На реке пока глухо. Поэтому мы что решили? Мы решили ехать на рыбохранилище. Здесь рыба должна быть по-любому. Сильно нам хочется приготовить рыбные блюда. Очень хочется ухи, очень хочется жареной рыбы. Загадывать пока не будем. Но фактически, кроме этого, у нас особо нечего нам есть. Поэтому нам в любом случае придется напрячься. И в любом случае придется порыбачить. Начинаем. Я просто настолько доволен, что мы сюда без проблем доехали. Здесь должен был быть дождь. Дождь прошел где-то стороной. Все сухое. Людей никого. Чистый кайф. Загрузка у нас сегодня идеальная. Практически как в Тетрисе. Все поместилось, все доехало. Мы сегодня с большим количеством воды, но меньшим количеством еды. Первым делом собрал я пилу. Сейчас наведем порядок. Покосим вот эти вот лишние ветки. Чтобы мы сидели комфортно, не мешали друг другу. Ничего не цепляли, ничего не обрывали. На прошлой рыбалке я поломал два QR-типа моей любимой удочки Sherman Pro, которая 360 до 100 грамм. Возможно, конечно, я сам набокопорил, но факт в том, что пока QR-типы я не купил, QR-типы стоят каких-то нереальных денег, со скидкой стоят под 500 гривен за QR-тип. Поэтому сегодня я решил ловить другой удочкой, абсолютно новой, которую мне подарили в прошлом году, кумовья. Вот она в росте 3,90 до 140 грамм. То есть ее можно чуть больше грузить. Если вы, кстати, знаете, какие QR-типы подходят к Sherman Pro и что можно туда поставить, поделитесь, пожалуйста. Потому что, честно говоря, за 500 гривен покупать QR-тип, который может очень быстро поломаться, мне не улыбается. Поэтому я буду пробовать сегодня вот эту удочку. Надо же ее когда-то распечатывать, правильно? Я надеюсь, 3,90 здесь будет проходить. Как раз для меня это будет лучше, потому что в прошлый раз я цеплялся за бровку. Мне не хватало как раз этих там сантиметриков. Все, распечатали. Вот интересно, как я буду ей махать. А ну, Жека, смотри. Нормально? Не, ну сверху я не цепляю. Сзади, что там сзади? Сзади вообще нормально. А что касается и карп, и это? Это вообще методная. У нее... Она универсальная. Не, ну метод это под флет. То есть она немножко, у нее строй такой немножко более... мягкий. Она вообще не дача, да? Я же тебе говорю, в прошлом году мне ее подарили, я думал, что ей никогда пользоваться еще не буду. Слизью не обляпана ли еще. Да, ну ничего, а что делать? Вот такие, но она, ну, как бы неплохая и по качеству, и смотри, у нее противозахлестные кольца. Ты понимаешь, везде. Что теперь, если это сегодня дебют в этой удочке, должен состояться, да. Просто... И леща на нее, да? Вот так. Будем пробовать. Что, не цепляю, все огонь, да? Так, дистанция у нас отмерена. Я в прошлый раз помню количество. Вот смотрите, как дрожит ракушка. Тын-тын-тын по квивертипу. То, что нам надо. Хоп. Четкая ракушка под бровкой. Ничего не поменялось. Все та же дистанция. То, что нам подходит. Она достаточно комфортная. Единственное, что ветка одна мешает, но то я чуть позже зайду и отрежу ее с воды. В общем, все путем, дистанция найдена. Так, опарыш, бустер, немножко сыпухи, килограмм с прошлого раза замороженный. Надеюсь, он не пропал, он пойдет в дело. Кукуруза есть, мелассы есть. Есть чем это все
дробить. Дальше. Вот такая история. Здесь у меня каша. Как всегда, есть три вида каши. И сверху я еще нагрузил макухи. Сейчас на макухе фактически это все замешаю. Макухи дома много. Вместо сыпухи. Если нужно будет еще немножко сделать такая, чтобы она не липкая была, еще добавлю прикормки. Как-то так. И начинаю кормить в точку. Скорее всего, буду кормить той же кормушкой, которую буду ловить. Ловить планирую на 70-70 граммовой кормушкой. В прошлый раз такой был вес. В этот раз удилище до 140 грамм. То есть вообще должно быть абсолютно комфортный вес. 70 грамм кормушка плюс прикорм. Так, смотрите, что у меня вышло. Каша. Все перемешалось с макухой. Еще добавил туда, у меня были остатки Real Fish, шоколад. Теперь все это пахнет шоколадом. В общем, я думаю, бомба. Начинаю кормить. Планирую кинуть кормушек 10, как минимум, потому что каши дофига. Ловить мы здесь планируем больше суток. Кормить надо так, как треба. Сейчас к удочке надо будет, правда, приноровиться. Выбрать на той стороне ориентирчик. Какой-нибудь хозяйский, козырный. И туда. Оп. Огонь. Там глубина в месте ловли около 6 метров. Поэтому погружается долго. Ну, это не страшно. Главное, чтобы хорошо проходил обровку. Я поставил кормушку профмонтаж с крыльями. 70 грамм. Она хорошо всплывает. Как раз то, что надо мне для бровки. Каша получилась липкая, я даже сказал бы, чересчур липкая. Кровосисы нас уже немного одолевают. А все потому, что я вспотел. Пока пилил, пока то все, 5-10. Вообще сегодня обещали плюс 30. Но пока я не вижу ни плюс 30. Скорее всего, где-то 25-23. Ну, как-то так. В общем, закармливаюсь. И рыбалка началась. Я не знаю, что с ним делать. Ребята, смех и грех. Видели, что произошло на четвертом забросе? Вот это я нахвалил. Вот это у меня полоса со спиннингами. Фу, просто кино. Как такое может быть? 70-граммовая кормушка, спиннинг 140 грамм на забросе. Я отвожу назад, закидывать. Улетела кормушка, и спиннинг сломался пополам. Вернее, даже не так. Даже я вообще не пойму, как это произошло. Ни захлестов, ничего. Ничего не порвалось, ничего не отломалось. Саня просто нормально бросил. Просто такой треск, и у него остается первое колено. И оно вот в районе этого шпигота, или как называется эта фигня, вот здесь оно лопнуло. То ли это брак какой-то, то ли хер его знает. Я, честно говоря, в шоке. Вот это я порыбачил. Слава богу, флагмановское удилище я все-таки взял. И запасное брейновское тоже взял. Так что придется сейчас кидать флагманом. Я, честно говоря, что-то не пойму, что у меня происходит. Это как у Сереги было, что он два спиннинга поломал за одну рыбалку. У меня теперь за... Один. Пока в пользу Сереги. Я ж причем, что думаю, вот это мощное такое удилище. Думаю, сегодня я буду комфортно кидать. Покидал. Нет, дело... Ребята, такое ремонтируется, как думаете, вообще имеет это смысл? Или проще это все в мусорку выкинуть? Ух, обидно. Новое удилище. Просто жесть. Жаль, это я не заснял. Это все хорошо и прекрасно, но надо немного нам позавтракать. Потому что первые забросы уже сделаны. Все там уже стоит.
Надо только будет периодически перезабрасываться. Сейчас мы сделаем турбопечку. Надо тут, правда, батарейки поменять. Потому что им уже гоплык. И все. Сейчас будем готовить. Да, прелесть, конечно, турбопечки в том, что дров всегда полно. Я все вымыл, она просто идеальная. Опа. Давай, давай. Сальцо пошло. Ох, вообще, это будет что-то с чем-то. Ничего не пригорит, но тут... Да ну, жира, конечно, достаточно. Я думал, что жира мало. Я сейчас в тушенке будет жирок. Обалдеть. У меня уже слюни текут. Да будет. Вообще. Может, что она хорошо прожарилась. И без яиц прекрасно. Яйца оставим про запас. Классно получилось, то, как я и хотел. Нажористая. Макарончики с мясом и лучок. Бомба. Вообще классно. Так подзажарились. Ну, простецкая рыбацкая еда. Очень вкусная. Сегодня наша задача что-то подловить, что-то подварить потом, потом что-то поджарить. И у нас есть все шансы. Ну, мы все сделали правильно. Место мы знаем. Лещи тут есть. Дистанция известна. Опа! Поклевка. Поклевка, да, подтяжка. Да, ребята, в прямом эфире. Рыба подошла, ребята. Посмотри на этот батон, Женя. Да, плотвина классная. Ребята, как вам? Это, ребята, рыба-хранилище, чтобы вы понимали. Посмотрите на этот фасон. Это зимний фасон хатамлянский. Глубина 6 метров, клюет хорошая плотва. Я доволен просто. Дайте доесть, и мы начнем ловить. Ну, давай просто посмотрим поближе нашу первую рыбу. Просто посмотри, ну, уже, это же достойный экземпляр. Уже полухи есть. Можно забрасывать садок с чистой совестью. Пока мы скирдуем всю рыбу. Мы здесь на сутки, на полутора суток. А дальше посмотрим. Зашел я в воду, потому что рыба сопротивляется. Женя, это где-то грамм 300-400. Наверное, так. А, сошел, да? Или нет? Не, вожу его. Подлещик, подлещик, ребята. Первый подлещик. Наверное, возьмем его даже без подсака. Так, ну приятственный, смотри. Оп, красавчик. Зажаристый. Зажаристый. Первый пока. Да посмотри, какой активный, спортивно-реактивный. Половина 11 на часах. Была у нас небольшая пауза после нашего обеда. Завтрака. Я начал снова активно закармливать. Начал немножко добавлять сыпуху, чтобы там чуть попылило. И, пожалуйста, есть результат. Сейчас Жека его освободит, и все будет гуд. Поклевка была на несколько опарышей без подсадки красного. Пока Жека там что-то перенаживлял, у него есть рыба. Так хорошая плотва. Ничего себе, батон. Вот это да. Так это такой же, как даже больше, чем у меня. Нифига себе. Наконец-то я обрыбился. Да, хорошая, хорошая. Классная плотва. Ладошечная. Вообще, ну такое, держишь ее как
Так что все у нас идет по плану. У меня только что был интересный сход. Оборвало крючок. Это могла быть хорошая рыба. Ничего, перевязываемся и продолжаем. Подцепил я кусочек красного и несколько опарышей. Мне вот интересно, как я поломал новый фидер, если... Ну я же вроде нормально кидаю, я же не совсем уже не соображаю. Наверное, это брак был фидера. Буду думать, как его починить, хотя бы сделать его каким-то резервным. Ну да. Жалко, но новая абсолютно вещь. Ну как так? Причем поломался он как раз в месте, где вот этот шпигот или как, какое-то такое садик. Ну, блин, ну я сам как бы, честно говоря, слегка... Ошарашен, да? Ну вторая рыбалка, и у меня вторая рыбалка с проблемой с удочками. Ну как такое может быть? Нет, он еще пахнет магазином, называется. Я лейбу сегодня с него сорвал. И четвертый заброс, и он пошел... Да, на дальний кордон. Обидно. Я на него сегодня рассчитывал. Думал, я буду кидать им. Думал на него... Он не поймал ни одну рыбу. Вы вообще представляете? Это самое обидное. Самое обидное. Если бы хотя бы... Хотя бы там, я не знаю, хоть половить что-то им. Если бы поломала бы рыбу, хотя бы в борьбе, знаешь, когда просто при... В начальной стадии закорма. Да, при забросе. Причем это ж методный, то есть называется метод фидер. То есть он рассчитанный под то, что я буду кидать флет кормушки, кидать далеко, кидать хлестко. И вот, ну как такое может быть? То есть при обычном забросе 70-граммовой кормушки... Силовых моментов. В том-то и дело, что... Запас прочности должен был иметься, а он, оказывается, не имел. Ну, это или брак какой-то, или я не знаю. Просто я читал на эти спиннинги, на эти фидера отзывы, они там достаточно много их положительных. А тут такое фиаско. Ну, ничего. Пусть это будет самой большой проблемой и самой большой бедой на данный момент. Есть рыба, и это была поклевка лещевая. Лещевая я тяну. Зашел в воду по колено. Да, тащу рыбу, Женя. Давай. О, это вроде дядя. Ну, дядя не... хоть бы не сошел. Бил только что, бил копытом. Давай. Бил мордой. Я его вижу. А, видишь, да, есть рыба? Потому что я не пойму. Да, есть. А, есть, дядя, хорош. Конечно. Не, ну такой. Да. Оп. Нормально? Уже сухой. Отлично. Отлично, ребята. Молодец. Да полкилоушный. Полкило 600 грамм. Начало положено. Это, конечно, не трофей, пока он идет к нам в садок. Но значит, что крутится. Все делаем правильно. Ловим мы с Жекой с одной точки. Думаю, что все у нас будет. Рыбохранилище раздает рыбу. Красавчик. Так хорошо он вцепился за губу, никуда бы не делся. Мог бы только порвать поводок. Продолжаем. Сейчас товарища туда. Опа! Пошел. Забросил и сразу, да? Ну да. Поклевка была в лед на падении. Интересно, что за рыба. Наверное, плотва так типично действует. Сейчас мы все увидим. Вроде не сошла, вроде есть. Да, плотвичка. Хорошая плотвичка. Ничего себе. Опять здоровый батон. Ну вот что такое, Женя, глубина. 6 метров, понимаешь? Смотри, какая. Ну это здоровая рыба. Это не то, что это по приколу. Это с толстой спиной. Ну отцепи, просто пожалуйста. Козырная. Стой. Не рви нам ничего только. Сейчас ее надо придавить, потому что... Зажаристый вариант. Да, спасибо. Посмотрите, это хорошая и по цвету, и по всему. Так сопротивляется. Вообще достойно. И они вот все одна в одну. Такие, грамм, наверное, ну не знаю, 150. Буду сегодня благополучно зажарен. Давай, у меня операция спасения жука. Спасибо. Мне его жалко. Сейчас мы его
что-то упал в воду. Сейчас мы его спасем. Не хочется заходить просто глубоко. Так, где ты тут? Смотрите, это жук-рогач. Он бедненький, упал в воду. Да отцепись ты, дурачок. Сейчас пойдем его на берег выгрузим. Хай живет. Бедолага. Давай, топи. Да в кущари его заброшу. Сейчас посмотрим, что ты там поймал. О, подошла густера. Не крупно. Или это подлещ мелкий? Нет, да? Это густера. Думаю, что плотвина, Женя, она неплохая. Да, не лещевая, а именно плотвина. Вода прозрачная, конечно. Да, это плотвина. Хороший батон, да, я его, наверное, поднимать не буду. Смотри, смотри, текает. Хорошая, ребята, рыба. Просто шикарная рыбина. Отлично. Она одна в одну вообще. Она редко клюет, к сожалению. Но это очень хорошие батоны, поверьте мне. Это такие, которые зимой не стыдно ловить. Фасон. Очень приятно ловить такую рыбу. Вот клевал бы непрерывно в заброс, я бы, наверное, с удовольствием пару десятков такой рыбы поймал и отправил на тараночку, потому что зимние запасы уже истощаются. Рыбки подловили, можно и перекусить. Ого, быстрая какая. Настоящая дикая птичка. Трясогузка. Наша природа. Хорошего. Один в один, это одна и та же семейка. Да, да. Одна и та же семейка клюет. Ах, радует душу. Когда я вязал поводок и снимал Жекину рыбу, у меня кто-то сел. И этот кто-то, Жека, мордой бодает. Да? Ага. Интересно так ощущать. Это или крупная плотва, или не крупный подлещ. Крупная плотва. Стайка подошла, походу. Смотри. Вообще козырная. Да, ты шо? Ты шо, ты шо? Блин, такая плотва прям одна в одну. Просто бомба. Просто ребята, такой, да. Ну зацените, она как с одной стайки. Ну. Просто вообще. Ну, зимой такую было непросто поймать. Да, конечно. Чёрт возьми. Вот тебе и черный лес. Черный лес. Рулит. Русло, все как положено. У нас 4 часа вечера, пауза в клеве уже в районе 1,5 часов. После того, как клевали нормальные батоны, резко как обрезало, и пока нет поклевок. Кормим. Жека решил пойти половить окуня. Говорит, там окуневые места, посмотрим, что у него получится. Я понимаю, что жрать хочется. Блин. Жека нашел чей-то экран, ну что это за фигня реально? Зачем так делать? Мы еще думали, что тут на берегу одна дохлая рыба, потом в воде вторая дохлая рыба. Какие экземпляры, ё-моё. Чтобы вы понимали, хорошая плотва. И вся она удавилась. Зачем это делать? То есть люди поставили, она вдоль камыша ходит. Да, это фу, воняет, блин. Это вся та плотва, которую мы ловим. Что-то вот живая, ее еще можно выпустить. Выпусти, бедную, она так, блин, страдала, что не жалко выпустить, если что-то честно. Лес, понятно, далеко вытянул. Ну просто вот сам факт, ну, бля, там ухо. Да. Ну, я не скажу, что эта рыба недавно сидит, это пару дней сидит. Да нет, она давно сидит. Жалко, если честно, рыбу. Люди ставят, оно стоит днями, стоит неделями, попадается все новая и новая и новая рыба. Ну зачем это делать? Освобождаем место для костерка. Сейчас мы сделаем себе легкий перекус, о котором я давно мечтал. Нет у нас шампуров, поэтому будем
действовать по плану Б. Сейчас вырежем палочки вместо шампуров. Думаю, что будет то, что надо. Зачистим их. Все как доктор прописал. Мне, честно говоря, было просто лень брать шампура. Смысл какой, если в лесу все есть. Как раз два шампурчика будет с одной веточки. Вот и все. Ультракласс. Да, надо было это все в пакете сделать. Миски, пакет рулей. Все это дело заматываем в фольгу. Вот такой к нам товарищ пришел, он ест дохлого леща. Иди мыть вещи, 50 грамм нальем. Вообще не боятся людей, совсем рядом. Расстояние 15 метров. Рыбка такая интересная, Жень. Ага. Не пойму даже, что за рыба, отблескивает. Да, ласкири, вывожу. Знаешь, прикол в чем? Что на чистого червя. Убрал я посмотри, что творит. Сейчас еще сорвется. А он нам нужен для нашей песни. Он же нам нужен для нашего супа рыбного. Ё-моё. По крайней мере, предварительно нам нужен. Решили мы предварительно собрать палатки, чтобы, как в прошлый раз, по темному не лазить потом с фонариками. Все-таки лучше всего, когда ты уже устал, наелся, напился и просто полез и лег в палатку. Просто сходу в лед. Не успел я вымотать слабину, представляешь? Это хорошая плотвина так действует. Смотри, я поднять не могу, даже на 0,15 поводке. Отлично. Она сошла. Сошла, но хоть не оторвала, да? Трапа не оторвала. Класс!
Не понял. Сошло, что ли? Не, идет. Крупная плотва снова. Нет, это густера. Подошла густера. Неплохо. Мы тут уже к вечеру готовимся. Хозяйская, да. Ну это радостно, потому что густеры до этого не было. Смотри, хорошо, очень. Она. Реально. Сейчас для, возможно, для нашего мероприятия то, что надо. Отбираем рыбу на уху. Жека сказал, что надо 8 штук. Ну нормально, вроде 8, да? Ну вот этого хватит, это сейчас почистим. И опять что-то. Ух ты, хорошая, я, наверное, не подниму. Густерина огромная, блин. Густерина здоровая. Смотрите, какая, блин. Целый день не было густеры, и сейчас она пошла под вечер. Это все предвестники леща. Мы там накормили так, так и жадно заглатывают, Женя. В шахту. Делать костер будем на месте костровища, которое уже было. Так, конечно, это не самое удобное место, но чтобы новых не напаливать. Пока у меня там клюет крупная густера, тут процесс идет, ЖК варит. О, забрасываем рыбу. У нас сейчас будет... У нас сегодня будет просто самая настоящая печенежская уха. С пшеном, со свежепойманной рыбкой. Да ты что, она еще час назад живая. Да, да, Саня, самое интересное, я когда... Мне еще ее это самое... Это именно свежина, которая сюда быстро сейчас сварится. Сейчас. Рыбы дофига. 8 штучек я посчитал. Даже, ну, 9. 9 окунь. Который даст особый аромат. Супер. Супер гуд. Все. Да вы шо, ребята, сейчас будет такая тема. Мы так долго хотели сварить уху. Мы сейчас ее сварим. Это, судя по всему, под лещ уже. Видно его. Под лица. Ну, такой уже. Бульмень. Это он повис и звонил в колокольчик. Ты понял? Так уже такой. Ну, я же говорю, это уже... Хочу сказать, приличного фасона. Сам. Да, не те, которые у нас были. Ну, подожди. Это, извините. Это уже беровой. Это уже жировой, скажем так. Видишь, вечер тебе? Да, ночь. То, что мы кормили целый день. Пожалуйста, ребята, все это работает. Немножко многовато мы лупанули пшена. Блин, такой вкусный. Да? Угу. Жека вынял уже отдельно рыбку. Будем ее порционно как бы добавлять. Ну, я, кстати, взял это за аполлончик нормальный. О, там, в этом самом. Да, да, да. И вот рыбка. Красивая. Необычное блюдо, но очень оно прикольное получилось. Подержишь этот самый? Да. Микрофон. Не знаю, сейчас вот, Саня, это просто класс. Раз, два. Вот, ну так, ребята, по-простому. Как мы давно об этом мечтали. Переночевать в Черном лесу на Печенежском водохранилище. Это была просто мания какая-то. Да ну вообще, это как бы это настолько атмосферно. И особенно когда такого давно не было, или вообще как бы очень давно не было. Ай, да. Теперь надо попробовать какой-нибудь кусочек рыбки. Вот для рыбы я тебе отдельно этот самый. Пробуй.
Ага. А кости бросаем сюда. Давай кости. Синюю сюда. Эту. Сейчас я возьму. Да. Я вот хочу кусочек рыбки именно попробовать. Мы за совершенство идем. Слушай, она реально вкусная. Ну конечно. У тебя вилочка есть. Она наварилась. Выбирай себе. Накладывай. Да, любой кусочек какой-нибудь. Любой кусочек. Плотвичку какую-нибудь. Люди некоторые речную рыбу не уважают, не любят. Я не знаю. Я очень люблю. У меня вареная, пареная. Я в любом ее формате. Тем более это свежак был. Да, это самое ключевое. Это особый вкус. Все сыпется из рук. Ой, ребята, как кайфово. Она же сладкая, ё-моё. Да. У него какой-то такой вкус прикольный. Свежая, Сань. Ой, да. Завтра, если все будет нормально, мы еще пожарим ее. Обязательно. С лимончиком. Да, кстати, по поводу того, что там происходит на берегу. Пока Жека здесь варил уху, у меня там непрерывные поклевки. Начались. Просто, не из пулемета, но, чтобы вы понимали, просто непрерывно. Мне пришлось бросить там удочку. Я, честно говоря, думал, что фидер уже пора сворачивать. Думал, два дальняка поставить на сигнализаторах, там, на всякий случай, вдруг что-то клюнет. А сейчас получается, что на эту закормленную точку собралась рыба. Под вечер, да? Да, сначала хорошая густера клевала, такая ладошечная. Именно пузатая, круглая густера. Потом клюнул под лещи где-то грамм на 500, да, 600. Да, полукилошный такой. А сейчас только что у меня был сход явно килограммовой рыбы. Как я это определяю? Во-первых, была поклевка классическая такая. Загиб и резкий отстрел. Я ее туда, а она стоит на месте как кирпич. Ну, здесь на этом месте я уже килушных тягал. Я знаю, что такое килушный лещ. Стоит как кирпич. Я его подержал, подмотал, поддержал. И вот где-то там посреди дороги, видать, опять бровки, не бровки. В общем, он где-то там сошел. Но я не теряю надежду. Сейчас фидер заброшенный, на него навешен колокольчик. Чтобы все было именно вообще классика-классика. Боевая классика. Ну, просто звонил. Просто получается, что видишь, подход рыбы вот в полной темноте. Да, но мы туда накидали ведро прикормки. Ну, иначе просто быть не может. Угу. Поэтому мы сейчас поужинаем. Поужинаем, надо немножко посидеть, поглядеть. Попробуем что-нибудь. Не то, что там прям сильно рыба нужна, но очень хотелось бы именно втянуть килушного леща. На часах у нас почти 12. Посидели мы полчаса. Не было никаких ни поклевок, ничего. Решили, надо идти спать до 5 утра. Ориентировочно. И 5 утра уже попробуем половить. Как-то так. Ой, как хорошо сейчас палаточку завалиться. Это просто нереально. В 5 часов утра. Проснулся я чуть раньше, чем поставил будильник. Солнышко встает, погода, конечно, изумительная. Лучше, чем было вчера. Сделал первую поклевку. Сразу, буквально через 10 секунд, какая-то рыба отозвалась. Вернее, первую поклевку, первый заброс. Ну, такая поклевка, как у густеры. Такой тын-тын-тын-тын-тын, или плотвы. Я ее туда, обрыв. Где-то, может, поводок перетерся. Пришлось перевязываться. Туда-сюда любуюсь красотой. Просто все изумительно. Думаю, что рыба должна там крутиться. Накормлено много. Я выспался. Можно пробовать ловить. У
Вот какая-то первая рыба бодается. Это кто такой? Подлечь. Ну, очень бодрый. Не крупный, но, ребята, очень бодрый. Иди сюда. Вот такой товарищ. Приятно, первый утренний подлещик. Самое интересное, что он сопротивлялся, как будто бы в нем около килограмма. На самом деле там, конечно, в половину меньше. Но головой бодал так, что я уже даже попустил фрикцион. Следующая поклевка и сразу следующая рыба. Куда ты пошла гулять? Смотрите, что творит эта плотва. Эти батоны 200 грамм. Да, офигеть, тут и размер. Ребята, да, это размер офигенский. Вот это раздача утром, не то что вчера. Что значит хорошо накормить? Тараночные фасоны с толстой вот такой вот спиной. Прям очень такая рыба сильная. Приятно тянуть. Рыба просто так сопротивляется, что я не знаю, это гру... Опять здоровенная плотва, Женя. Именно батоны, блин, пошли. Смотри на это. Я боюсь ее на 15-м поводке подымать. Я такую плотву и не ловил. Таких. Ну, посмотрите на этот размер. Фух. Это даже не хатамлянский фасон. Это круче. Реально круче. Заряжай давай, смотри, какая плотва клюет. Причем она настолько бойко сопротивляется, как подлещик приличный. А это окунь котел сделает. С утра в том же месте, что и вечером. Малька гоняет. О, смотрите, аж кишит. Там просто жесть, Женя. Прям за камышом слева. Смотри, что творится. Да едят меня мухи. Давай скорее лови окуней. Смотри, что творится. О, есть. Ну, с первого заброса, что такое котел. Ты шо? Так хороший еще. Хороший. Такой размер достойный. Что такое рыбохранилище, Жека? Это просто тема. Надо ловить дальше, там дальше котел. Офигеть. Смотрите, какой окунявичус. Это нормальный фасон. Еще один окунь. Вот это интересно, я понимаю. И опять нормальный. Это же не мизинчиковые окуня. Ну такие как бы коптильные. Ребята, это как они. Ё-моё! Да, наверное, лимонная кислота. Просто непонятно, откуда она у меня в этом. Потому что я перепутал. Ну вот, смотри, это. Я подумал, что это сахар. Ну вообще-то должен был быть сахар. Это Саня, лимонная кислота. Это я, наверное, насыпал, понял? Ну, он по виду одинаковый. Пипец, меня аж скулы свело. Ну сейчас... выливай, там, ну, конечно, еще есть. Конечно, надо сейчас. Там еще есть. Офигеть. Пакет. Пока горячая вода, заливай. Ну кислое хорошо получилось. Ты, наверное, пару ложек лупанул, да? Ну да. Только на рыбалке такое можно. Кофе с лимонной кислотой с утра бодрит. Ну ничего, ладно. Попытка номер это два. Это такое надо делать любимым соседям, надо давать. Фух.
Водичка мало того, что теплая, еще и прозрачная, как на море. Галька. Место идеальное с точки зрения отдыха. В воде видно все артефакты. Вот я только что нашел бывший карабин. Какая красота. Печенежское море. А на этом месте, судя по всему, была сижа, потому что очень много всяких железяк. И петли, это, скорее всего, двери были в качестве помостов. Смотри, сколько гвоздей. Обалдеть. Какие-то круги железные. Все это уже сгнило. У нас такой завтрак нереальный. Завтрак рыбацюги. Поспали, можно и поесть. Да. Поели, можно да. И поспать. Да. Поклевало, можно чай попить. Да. Все по кругу. Это просто счастье. Булячок. Не, вообще, боже, сидеть возле воды вот так вот завтракать, это особая тема. Снова мы увидели котел окуней. Жека сразу схватил спиннинг, потому что он у него на поготове. Ну. Хей-хоп. Хеп-хоп. Отличный окунь. Просто зачетный. Ну такой не маленький, чтобы вы понимали. Да, 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 я сейчас отнесу его. Ты главное лови, пока котел не уплыл. Смотрите, красавчик просто такой. Класс. Вот этого малька и загоняет в котел окунь. Его очень много. Какие места красивые. Здесь раньше была куча сиж. Сейчас, к сожалению, все они поломаны природой. Два часа дня, как я офигенно поспал два часа. Жека там что-то пытается ловить. Клёва у меня не было. Поэтому я решил спать. Смотрите, как у меня темно в палатке. Это с открытой сеткой. Оказывается, я вообще лежу на солнце. Сейчас я вам покажу. А мне тут не жарко, прохладно. Я, честно говоря, удивлен. Вот палатка стоит на солнце. Раньше у меня была зеленая, темно-зеленая палатка. В ней можно было очманеть на солнце. А это Fresh and Black работает. На данный момент у нас вот такое количество рыбы. Оставшийся после ухи. Сейчас мы что-нибудь выберем и пожарим. Ну какой тебе нравится? Плотвина выбирай. Вообще просто класс. Ну плотвину может засол реально. Давай подлещей жарить. Вот давай, да, вот этих вот двух я еще вижу. Сейчас. Давай, давай. Сейчас я вижу. Что... Прицепился на Женин фидер. Мягкий спиннинг, он гасит рывки, непонятно ничего. Потихоньку вращаю, а вдруг сейчас. Ну что-то дергается. Главное, чтобы он сейчас с моим не перепутал. У тебя тут леска, о, это хороший.
Не, ну как, полкило ушный, 600 грамм. Блин, это твой лещ, ты пока руки у тебя заняты, ты его должен был вытаскивать. Да ладно, Саня, ну хрен с ним. Это по зимним меркам хороший подлещ. Ну-ка, вытащи, покажи. 5000. Я тебя поздравляю, это грамм 700-800. Не килушный, но 700, я думаю, есть. Видишь, подошло, я же тебя накормил уже. Да. Под вечерочку, видишь? Да, я хоть посмотрю. Хорошо заглотил. Ребятули, вот такой товарищ. Не килушный, но приличный, приличный. Зимой таких потягать было вообще удовольствие. Но я тебе скажу, я на твоей удочке его вообще не чувствую. Я вообще не понимаю, как. Она такая гибкая, что... Такое ощущение, что я плотву тащил на 150 грамм, понимаешь? И, ну, самое главное, что клюнул. Да, самое главное, что он сожрал. Мы даже не смогли достать крючок. Я вот так вот доставал, вот так вот засовывал экстрактор. То есть где-то там прям в желудке. Намолол кукурузки, решил добавить, чтобы домой не везти. Переворачиваю. Соль еще, Артем, соль. Крупная, вкусная. Запасы. Давай внутрь. Запасы из прошлой жизни называются. Это точно. Кидай. Ой, блин. Так. Кулечки, мука. Одноразовый вариант. Сейчас это все натрамбуем, перемешаем. И можно жарить. Будет все. Як треба. Як треба. Все, можно жарить. Бывшей жены дедуля был уматный. Он, короче, ел всегда наоборот. Он ел сначала второе, а потом первое. Да, у него такой был прикол, что человек ел второе, а потом первое. Хлеб бери. И рассказывал, что так больше влазит. Ну, чистого прикола. Сначала наелся картошки, а потом супом так все жить обволокло. Не, угарка. Угарка, короче, да. У меня вообще мало комментариев, потому что я реально... У меня рот не закрывается. Я сижу, ем, луплю. Да, вкусная рыба. Свежевыловленная рыба из реки. Ну, рыбаки меня поймут. Которые хоть раз вот так вот были на рыбалке. Свежепойманную рыбу. Не всю везли домой, не ленились, чистили и готовили. И потом, сидя на берегу реки, озера или водохранилища, вот так вот, как мы, кушаем и просто вот наслаждаемся вот этим всем процессом. Это чистый кайф. Это вообще чистейший кайф. Она настолько вкусная. Люди, которые не едят речную рыбу, я вам просто сочувствую. Если ее мелко-мелко понадрезать, есть научное название этого всего. Я не знаю, то ли бланшировать это называется, не помню, если точно. Она вся пропекается, все косточки растворяются, и вот так вот просто берется шмат рыбы, без всяких, со спинки, без всяких костей, туда. И просто не хочется останавливаться. Я боялся, что он упадет в воду. Летает, конечно, как бомбардировщик. Смотри, какой он крутой именно жук. Знаешь, вот именно такой, как, знаешь, вот. Ах, какие насекомые населяют. После просто великолепного обеда у нас есть еще 2 часа, сейчас 4. Для того, чтобы плотно половить. Потому что осталась прикормка, есть время, есть настроение. Попробуем еще усиленно закормиться.
и еще что-то вытянуть. Наконец-то раскормил плотву. Опять та же самая, опять крупная. Да, батон на батоне, батона погоняет. Раскормил, ты видишь? Все, дальше кидаю, дальше, срочно. Тут даже в лунку, в лузу. Оп. Теперь поклевка у Жеки. Буквально сразу, я даже не успел перезакинуться. Ага, тихо. Так зайди в воду. Чтобы, так сказать, иметь возможность... Что там такое? Тоже. У! Подлещ. Хорош подлещ. Хорош. Тащи. Вообще нормальный. Ты его, да за рот бы его взял, или ты хочешь вывести? Синхронно. Да, это вот за корм, Женя. За корм, может, вечерний этот у них начался. Вечерний выход, хорош, все, пойдет. Сковородочный фасон. Вообще класс. Это вот размер, я называю, 2 на сковородку. Ну, нормально. Дождались. Все как по расписанию. Вечер начал окунь дубасить котлы. Прямо тут у нас в ногах, вот здесь. Жека везде успевает. Только спиннинг положил, у него клюет подлещ. Ну, такой нормальный. Классно. Вот то, что мы жарили. То, что мы жарили, жаровой. У меня клюет, но не заглатывает. Почему? Потому что, скорее всего, у меня короткий поводок. А мне лень его менять, потому что у нас рыбалки осталось 20 минут. Ну что, пойдет, товарищ. Нормально. Что у нас в итоге по улову? Я думаю, что неплохо. На пожарочку, на засолочку все пойдет. И при этом мы еще 50 съели. Да, да. Что нормально. Решили достать, потому что садку надо просушиться. А мы уже потихоньку складываем манатки. Но фидера стоят до самого последнего момента. Это нормальные товарищи, вполне годные. То есть мы ведро рыбы поймали точно, потому что половину съели. Пойдет. На мой взгляд, это был просто обалденный выезд. Мы не только отдохнули, мы еще и порыбачили отлично. У нас была кухня всевозможная. Съели немерено рыбы. Я отдохнул, выспался, спал несколько раз и днем спал. В общем, мне понравилось все. Да, было круто. Вообще, как бы нет слов. Одни эмоции положительные. Ну, это кайфово, ребята, кайфово. Мы, как говорится, все увидели. Половили рыбы, покушали, покупались, отдохнули морально, душевно, я не знаю. В общем, мы довольны и счастливы, как слоны. Поэтому до новых встреч. Всем здоровья, мира и добра. Всем пока.